В нынешнем году молодежная организация «Жасыл-Ель» празднует юбилей. В честь своего десятилетия защитники природы организовали конкурс на лучшее поздравление. Подвели также итоги творческого состязания. Арман Баенды продолжит тему. Общенациональная программа «Жасыл-Ель» призвана не только улучшить экологию в стране, но и дать возможность заработать студентам в летнее время. На протяжении 10 лет представители этого молодежного движения вносят свою лепту в озеленение Казахстана. Сегодня в североказахстанском отряде порядка 320 человек. В этом году у нас большие планы. Мы хотим открыть питомник в нашей североказахстанской области на базе местного государственного лесного учреждения. Также мы хотим расширить те акции, которые проводятся. Юбилейный конкурс «Лучшее поздравление» бойцы посвятили десятилетию движения. Свои силы в творческом состязании пробовали порядка 50 молодых людей. В их числе Игорь Гавриков. Его стихотворение «С днем рождения, Жасыл-Ель» удостоено первого места. Это достаточно крупная, слаженная организация. И почему-то пришла такая идея, вот именно сочинить стихотворение данной организации. Потому что это хорошие ребята, слаженные, дружные, и с ними приятно работать. Приводить в порядок город и его окрестности бойцы начнут в мае. А принимать в отряд «Жасыл-Ель» планируют уже в апреле. Кстати, в текущем году финансирование программы увеличено вдвое и составляет 800 миллионов тенге. Арман Баенде, Владимир Боровков, новости МТРК.